Znači? Znači, ja vam prvi rok. Lijeva ja, naga. Начинаешь с левой, ставишь левую ногу. По центру педали. Сразу же после того, как ты поставил левую, ты ставишь правую ногу. Все, стоит. Теперь просто нагинаешься вперед. Вот, Максим. Вот, знаешь, почему ты крутишься? Потому что одна из ног у тебя перевешивает. Ты должен попытаться сбалансировать свой вес между двух педалей. Дай мне руки. Наклоняй тело вперед. Полностью. Тело. Тело. Все, поехал, чувак. Притормаживай, отклоняясь назад. Молодец. Поворачивай в эту сторону. Правой ногой больше даешь. Слишком быстро. По чуть-чуть, не спеши. Вперед. Правой, правой, правой ногой. Правой ногой доворачивай. Вот. Правой. Стой. Остановись. Остановись вот. Когда выровняешься максимально, он будет стоять на месте. Опусти руки. Попробуй развернуться. Круто. Вот, молодец. Теперь в другую сторону то же самое. Не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши. Молодец. Едь ко мне. Заняла. Руки с карманов. 4 минуты, да? Поворачивай. Едь ко мне. Наклон тела. Остановись. Правый поворот. Нога ходит вперед. Еще один. Другую сторону. Едь ко мне. Правой ногой больше. Вперед. Ко мне, ко мне, ко мне. Правой ногой больше. Правой ногой больше. Правой ногой больше. То есть правой ногой ты нажимаешь вперед. Вперед, левая, правая вперед, как вот правая на носочек идет, левая на пяточку. Правая на носочек, левая на пяточку. Вот. Мы имеем разворот на месте. Пробуем. Правая на носочек, левая на пяточку. Вот. Попробуй отклониться назад. Назад. Ты едешь назад. Понимаешь? В принципе, все просто. Давай ко мне, вперед, тело, руки, руки с карманов. Правой больше. Правой больше. Правой. Еще, еще. Прямо. Еще правой больше. Все, все падают. Первый раз не считается. Теперь сам. Раз и два. Ножки поправь. Ножки поправь по центру педали. Вот. Мы уже сами заходим руки на него. Руки с кармана. Да. Если чувствуешь, что падаешь, лучше просто спрыгивай с него. И пусть он себе летит, куда летит. Сразу раз и два. Отцентруйся, отцентруйся, поправь ноги. Проверь ноги. Ровно стоят ноги, чтобы обе стояли одинаково приблизительно. И тело вперед. Больше левой. Молодец. Прямо. Больше левой. Молодец. Еще левой. Стой. Разворот на месте. Молодец. Молодец. А теперь в другую сторону. Супер. Молодец. Тело вперед. И мы, в принципе, уже автономно катаемся. Все, Юрий Гагарин. Макс, только не зажимай. Как только чувствуешь, что падаешь, сразу же надо спрыгивать, потому что ударит по ноге. Ударит? Руки не засовывай в карманы и не... Давай. И не напрягай, расслабь. Ноги, проверь ноги. Ровно стоят? Ровно стоят? Угу. Левой больше. Вперед. Левой больше. Левой больше. Поворачивай. Поворачивай. Вперед. Нет. Нет. Маме. Не спеши, не спеши, не спеши. Не спеши. Не спеши.
едешь назад, тоже можно разворачиваться, да. Вот такого плана. Ну, я вас поздравляю. Вот так. Так, не, сразу, то, назад, только, только одна нога у тебя сходит, ты назад либо сразу спрыгивай, да, либо ставь ее на место. Давай, раз, два. Это на третий урок. Только не спеши, не разгоняйся сильно. Молодец, теперь автономно. Командование на этом закончено. К маме. Чего-то эти несколько минут. Куда хочу, туда еду. Катайся. А начинали мы с того, что... Разворот. Ко мне едет. Едь ко мне. А начинали мы с того, что мы не могли на нем стоять. Разворачивайся, больше правым. Молодец, Малин. Все не так сложно, правда? Руки. Поворачивай вместе, Максим. Ну не подъезжай близко, поворачивай вместе. Нет, не крутись.